Здравствуйте, дорогие друзья! Я Иван Кулагин, вы на канале Секира. И у нас сегодня в гостях гость. Макс, представься, расскажи о себе. Привет. Кто ты? Кто ты? Здравствуйте, друзья! Я реконструктор. Меня все знают как Вальтера, руководителя клуба исторической реконструкции фехтования «Фламандс», а также организатора фестивалей по эпохе 13 века, в основном по эпохе Западной Европы последние годы, хотя на протяжении там 10 с лишним лет мы делали много разных проектов, включая фестивали, например, «Ратное дело в Самаре» вместе с клубом «Легенда». Ребята, привет! Мы там творили живую историю. Занимаюсь, собственно, тем, что пытаюсь в меру своих сил, своих знаний создавать большой исторический клуб, делать новые исторические проекты, посвященные эпохе Людовика Святого, 13 веку непосредственно, и как-то популяризировать нашу тему, занимаясь тем, что записываю ролики на ютубе. Да, то есть у Вальтера свой канал, как он называется? Так и называется, у Вальтера. У Вальтера, собственно, ссылка в описании будет. Да, а второй канал «Комнатный рыцарь». Да, кстати. Соответственно, я думаю, что сейчас люди, которые привыкли видеть на нашем канале материалы только по эпохе викингов и Древней Руси, немножечко подудивятся, типа, причем здесь 13 век, да, как бы. Ну, как бы все связано со всем, да, и в истории вообще все взаимосвязано. И логично, что европейский 13 век и 13 век в домонгольской Древней Руси и после монгольского нашествия, все, что в эти времена происходило, все события, они логичным образом проистекают из предыдущего времени, из того, что происходило в эпоху викингов и Древней Руси, времен формирования древнерусского государства. Об этом мы сегодня и поговорим, но не столько в контексте исторической справки, сколько в вопросах реконструкции. Тем не менее, без исторической справки не обойтись. Расскажи, что такое вообще европейский 13 век? Ты вот непосредственно Европой занимаешься, да? Вот. Что такое 13 век в Европе? И что вообще интересного происходило? То есть, насколько я понимаю, это времена развитого высокого средневековья, развитого феодализма, развитого рыцарства. И это те времена, когда люди, ну не все люди, рыцари вот эти вот в кольчугах, в полных, штурмуют Святую Землю в крестовых походах, в топхельмах пытаются накатиться там на Новгород, на Новгородское княжество проваливаются под лед, да, вот это вот как бы, вот это как бы мое представление 13 века. Расскажи, что в Европе в 13 веке творилось? Война и беспредел. Война и беспредел? Да. Ну, на самом деле, эпоха... Как и всегда, получается. Все классически, да, война, беспредел, грабеж, там, крестовые походы. Но, на самом деле, 13 век, по, например, характеристике Жака Легофа, это эпоха Людовика Святого. Людовик IX Святой, король Франции в 13 веке. Так получилось, что он застал своей жизнью основную часть 13 века, и с его именем связывают глобальные изменения в жизни нескольких государств, в первую очередь государства Франция, и влияние тех изменений было настолько широким, что вышло за пределы одного государства и действительно влияло на всю Европу. Эпоха Людовика Святого – это период, когда происходят глобальные изменения в жизни людей, благодаря, например, крестовым походам. 13 век он застает 4, 5, 6, 7, 8, далее крестовые походы. Самые движники, да? Самые интересные, да, это, конечно же, это, конечно... А в каком веке Иерусалимское королевство пало? Падение Акры и окончательное исхождение крестоносцев со Святой Земли как раз приходится на конец 13 века, на начало 14 века. Вообще, что интересно, это период времени, когда... крестовый поход становится поводом для серьезнейшей миграции людей с территории Европы в страны более, скажем так, теплые, в попытках добраться до Святой Земли. И... А почему это нехватка земли, перенаселение? Это важный... Борьба за торговые маршруты. Это хороший вопрос. Спасибо, что спросили. Каковы модусы движения вот этого? На самом деле мотивация крестовым походом – это... такое комплексное явление. В первую очередь, например, можно упомянуть о том, что период XIII века – это период серьезнейшей религиозности, когда религия влияла абсолютно на все начинания в жизни человека. И религиозным влиянием можно было, например, пользоваться в своих интересах для направления той или иной... Никогда такого не было ведь. И вот опять. Да, для направления человеческой массы, человеческих идей, стремлений, какой-то цели. То есть в 13 веке это было прям суперэффективно. Это было максимально эффективно, особенно для жителей Западной Европы, потому что слово человека, облаченного властью от Бога, имело серьезнейшее значение, и с этим словом довольно сложно спорить. Опять же, это люди, которые проповедовали, например, историю крестовых походов. Эти люди обладали особым талантом быть убедительными. И этим людям верили, потому что эти люди постоянно выступали перед другими людьми, и они были как бы выбраны не только людьми, но и выбраны самим Богом для того, чтобы нести правду, свет в тьму повседневности. И вот благодаря тому, что такое огромное влияние оказывала церковь на человеческие массы, могли происходить большие как политические, так и военные движения. Например, если мы говорим о конкретно Людовике IX Святом, романтизированная идея вот этого настоящего рыцаря, который является защитником людей и защитником веры и Бога, в XIII веке достигает своего апогея. И в романах рыцарских предстает такой идеальный образ вот этого чистого воина, который благороден, образован, и вся его жизнь посвящена фактически служению людям и служению своему государству, служению своему королю и служению самому главному сюзерену. Это как раз Бог, главный сюзерен. Достигает своего пика, и в этот момент, например, Людовик Святой, он не просто так святой, да, этот человек действительно очень образованный и взросший на примерах своего отца, на религиозных примерах и на примерах как раз вот этого идеального рыцарства. Мечтает, конечно же, о том, чтобы достичь пика идеала рыцарства путем защиты веры. А центр веры и центр стремления любого религиозного человека... это Иерусалим. Правильно, да. То есть, логично. Да, поход в Иерусалим, освобождение Иерусалима от... Центр трех религий, да, как известно. Освобождение Иерусалима от турок, да, это было прям одним из самых... скажем так, это мечта для любого рыцаря, и каждый рыцарь представлял себя героем, штурмующим стены Иерусалима и ставящим свое знамя там. И когда рыцари, короли могут попадать в тяжелые ситуации, например, как Людовик попал, он очень сильно заболел, уже считали, что он фактически умер, дыхание было настолько слабым, что подумали, что он умер. Но внезапно его отпускает болезнь, серьезная, прям отпускает болезнь. И первое, что он просит... В ремиссию ушел, короче. Да, первое, что он просит ему дать крест. И на кресте он клянется за то, что Бог сохранил ему жизнь, собрать крестовый поход и отправиться освобождать град Божий. Благодарность за свою жизнь. И он был настолько честным человеком, действительно истово верующим человеком, что он собирает этот крестовый поход, и, собственно, огромная масса под влиянием религиозных идей, влиянием короля начинает вот это вот движение военное, и оно начинает затрагивать не только одну страну, но и соседние государства, где короли решают присоединяться к походу Людовика, либо отдельные люди, отдельные рыцари со своими отрядами отправляются. То есть это было общеевропейское движение, и лидером был французский король. Да, Людовик IX Святой. И мотив у него, именно мотив его, официальный мотив, для чего он это делал, это благодарность Богу. Благодарность за излечение. Да, за свою жизнь, за шанс. То есть получается, что 13 век это в Европе, во-первых, доминирование Франции абсолютное, да? Не абсолютное, оно идейно меняет всю... А экономически Европа, Франция была лидером в Европе на тот момент, или можно рассматривать какие-то другие еще государства, там Англию, например? Можно рассматривать все государства, которые нам известны, это и Священная Римская империя, и Франция, и Англия, но Франция действительно тогда это очень-очень богатое государство. Начнем с того, что, например, город Париж на тот момент был супер-мегаполисом с численностью жителей около 200 тысяч. 200 тысяч, это как бы В моем родном Петропавловске-Камчатском сейчас живет 200 тысяч. Вот, как бы, а тогда это было, для средневекового человека, это был настолько огромный город, и настолько развивающийся город, что, все очень просто. Все мы любим готические здания, готические соборы, готическую культуру, искусство. Это все появилось в 13 веке, благодаря усилиям как раз Людовика Святого. Да, как бы. Все вот это, вот, да, Сен-Шапель, это как раз все построено. Довольно прикольно, что во Франции абсолютное большинство храмов Нотр-Дама, да, то есть они... Что такое Нотр-Дам, да? Это значит, что посвящен Деве Марии, да? Да. Вот, типа, абсолютно большинство храмов у них посвящено Деве Марии, матери Христоса. И, то есть, Нотр-Дамов у них там огромное количество. Ну, самое главное, как раз вот развитие культуры, искусства, науки, между прочим, появляется первый университет, серьезнейший, и Сорбонна, да. Появляются трактаты, и можно уже развеивать мифы о том, что, например, в Европе не мылись, мылись, господи. Там замечательный трактат о здоровье существует, где указывается, что нужно умываться, очищать тело внезапно. Сейчас страшно скажу, там люди вообще офигеют. В Париже в 13 веке насчитывалось 36 бань общественных. Наверное, некоторые из них с римских времен сохранились. Там были современные бани по стилю 13 века, то есть их действительно там строили. Интересно, вот реально были бани, термы, дошедшие с римских времен? Ну, возможно, что... Прикинь, 1000 лет стояла баня. Не задумывался об этом, я четко знаю, что просто действующих бань было, 3 с лихом десятка, они работали на постоянной основе, банщики имели свой статут банщиков, то есть они действовали по определенным нормативом и ГОСТом, как, наверное, правильно содержать баню, обеспечивать людей водой. Прикольно. Да, да. То есть много изобразительных материалов, изображающих на средневековую Европу купающихся людей, бани, банные сцены, да, там, как они там в чанах этих больших сидят. Мужчины и женщины вперемешку, тут же какие-то комнаты с этими, отдельно с кроватями, где мальчик, девочка лежат. В общем, шла нормальная цивилизованная жизнь. Да, и если так посмотреть, конечно, да, как бы, да, происходило то же, что и всегда, и в Европе мылись не так мало, а на Руси не так много, как это любит говорить пропаганда. Ну, то есть стереотипное мышление стремиться просто, к мытью, это, в принципе, для человека логично. Да. Не, ну просто на самом деле очень интересно, когда ты начинаешь погружаться в саму эпоху, ты внезапно понимаешь, что есть какие-то стереотипные варианты шаблона мышления, как вот ты там думаешь про 13 век, но стоит как бы занырнуть и изучить немножко именно повседневную жизнь людей, ты видишь, что там все нормально было примерно как у нас сейчас, но просто были немножко другие ресурсы. Просто другой технологический уклад, как следствие возможностей культуры. И вот почему именно эпоха 13 века именно интересна мне, интересна со стороны Западной Европы. Вот внутреннее взаимоотношение этих государств, внутреннее влияние одного, например, одного короля, его решение на несколько государств и на огромнейшие массы людей, которые отправляются в паломничество, например, во время крестового похода. Как меняется уклад, например, внутри страны, когда обычные люди не знатного происхождения, то есть это торговцы, ремесленники, бюргеры, берут и защищают короля от знати, которая пытается короля захватить, когда король был маленький. И вот эти вот бюргеры, простой народ, выходят на дорогу, защищают дорогу и сопровождают короля в Париж, чтобы он безопасно добрался. Это же времена развитого феодализма, да, когда феодалы, вассалы короля являются ему, соответственно, вассалами, да, но при этом как бы у короля реальные силы приводить свою волю к исполнению как бы нет, да, они как бы там могут явиться по его зову, а могут и не явиться, да, как бы типа, я заболел, там у меня светские дела были, я не пришел. Репа поспела, надо собирать срочно. Как бы. Вот, в общем, с ролью Франции и ее короля Людовика понятно, то есть с ролью крестоносного движения понятно. С зарождающимся классом бюргеров, горожан, ремесленным тоже понятно. Да? Немножечко еще про экономику. Очень люблю экономику, особенно историческую экономику. Короче, крестьяне. Во-первых, действительно ли В 13 веке войной занимался совсем небольшой процент населения от общеевропейского. И действительно ли в ходе войн внутри Европы крестьян, во-первых, не привлекали к военным действиям, а во-вторых, не особо истребляли, как бы мотивируя это тем, что это основной источник дохода крестьянин, потому что кроме как произвести с земли продукты, особенно как бы произвести их было больше-то особо и нечего, да, как бы. Вот, и, соответственно, когда ты захватываешь территорию, тебе нужно, чтобы кто-то на ней работал. Как мы знаем из кино, когда какой-то город осаждается, туда заходят доблестные крестоносцы и вырезают всех под ноль. Происходит отличная зачистка города, прям такие поквартальные в кино. В средневековье... Всех насилуют и убивают. А потом сжечь. Да. В обязательном порядке. Вот. Примерно так оно не было. Ну, нет. Особенно если мы говорим как раз про феодальные войны, которые меня очень интересуют, которые происходили внутри Европы. Воевал как раз небольшой процент населения, воевало военное сословие. Ну, в основном, да, знать, нет, там были незнатные войны, которые набирались. Например, сержанты, они не обязательно, что они знатные. Причем, как бы, если мы говорим сержант, это не воинское звание. Это, например, слово такое сервант, оруженосец, да, вот, сержант. Например, если вот говорить про мою... Слово сервант и сержант однокоренные? Ну, сервант — слуга, да? Да, слуга, да, то есть боевой слуга. А как шкаф начал сервантом называться? Как это произошло? Хороший вопрос, но мы поговорим об этом в другом ролике. Это тема для отдельного выпуска. Да-да-да. История сервантов. Да-да-да, хорошая, кстати, тема, я запомнил. Так вот, например, если говорить про Фландрию, которой я занимаюсь непосредственно реконструкцией Фландрии, я делаю конкретные там события. У нас сержант — это было обозначение для просто боевой единицы, одетую в шлем, кольчугу, в шоссы, вооруженную годендагом. То есть это у нас типа сержант. Годендаг — это дубинка с шипом. Да. Прекрасное оружие. Можно уколоть, можно зашибить. Да. Дай фламандцу палку, он сделает из нее годендаг мгновенно просто. Вообще вот сразу. То есть шип появляется просто такой пуф! Сразу. О! Типа вот оно. И количество людей, которые занимаются войной, оно было на протяжении 13 века. То есть надо было быть либо дворянином, либо ты рожден в этом, либо попасть в воинское сословие, в которое попасть было, я так предполагаю, непросто. Ну, не очень просто, конечно же. Во-первых, это дорого, внезапно. Как и сейчас, комплект снаряжения стоил очень много денег. Конечно, на протяжении 13 века процесс вот формирования этих воинских сословий и боевых отрядов менялся процесс. Если основа до конца 13 века, основа любой серьезной королевской армии, ну, мы же говорим про королевство в первую очередь, это рыцари, рыцарские отряды. Тогда еще не было такого понятия, как рыцарское копье, то есть это новодел. Тогда это был рыцарь со своим отрядом, рыцарский отряд. То есть, как сейчас говорят, я реконструирую рыцарское копье. Рыцарского копья в 13 веке не было. И у всех такое, в смысле, я вот с пацанами. Нет, это рыцарский отряд. И рыцарские отряды, они были какими? Конными. Ну, да. То есть, если приходил рыцарь на войну, он должен был прибыть на коне. И сопровождающий его отряд обычно содержал в себе энное количество сержантов, которые тоже конные, они также одеты как рыцарь, также вооружены как рыцарь, они также обучены как рыцарь. А в чем разница? Разница в знатности. Ну, рыцарь — это потомственный, так сказать, породистый. Да. Породистая аристократия, у которой война в крови. И не просто война в крови, а именно систематическое воспитание военному делу, которое передается из поколения. А если у серванта родился сын, и он как бы в каком формате на воинскую службу поступает? Он может оказаться крестьянином или ремесленником, или его сразу вовлекают в эту воинскую? Там немножко... Вовлекали. Как бы смотри, у него немножко времени нету, чтобы заниматься семьей в процессе основной службы. То есть это немножко потом появляется. Ну, то есть дети, они наследовали причастность к воинскому сословию, или это было... Незнатные ты имеешь в виду? Незнатные, да, незнатные. Ситуации были совершенно разными, но обычно отец учил своего ребенка тому, что он умеет. То есть цеховость сохранилась. Ну, так это не цех, примерно... но некая основа корпоративности появляется. Примерно так же, как там, скажем, ткачей, кузнецов, да, там туда-сюда. То есть, если отец занимался кузнечным делом, сын будет заниматься кузнечным делом. Если отец пахал землю. Вот, кстати, тут интересная ситуация. Пахал. Но единственный вариант, люди могли еще там в монахи уйти. Нет. Но туда тоже как бы сложно было пристроиться, да? Нет, не так? Нет, не так. Как? Ну, давай немножко сейчас закончим про военные сословия, перейдем на мирную часть. Сейчас мы весь 13 век обсудим, как бы. Ну, мы так, чуть-чуть так. Мы чисто по верхам вообще вот так. Да, это более чем по верхам. Да, мы очень кратенько, чтобы было немножко понятно. Если мы говорим про военные сословия, вот у нас есть рыцарь, есть у него дети, соответственно, в перспективе он может стать рыцарем, а может и не стать, кстати говоря. Его могут и не посвятить в рыцаря. То есть, если у рыцаря родились дети, вовсе не обязательно они станут рыцарями. Да. То есть, дворянами они будут, конечно, но рыцарями могут не стать. Право рождения, да, да. Потому что посвящение в рыцаре – это тоже такой очень важный процесс, перед которым человека, во-первых, должны обучить, должна пройти стадия службы в оруженосцах. То есть, это не просто так, что ты родился, ты сразу рыцарь. Нет. Если у герцога родился сын, он тоже будет герцогом, да? И все его сыновья будут герцогами, или нет? Не факт. Не факт. Герцогство одно. И это же должны пожаловать, как бы потом. И, тут не все так просто. То есть, как бы, понимаешь, ты вот входишь. То есть тема наследования это прямо ну, дворянство, да, рыцарство, становление рыцарем это прям отдельный целый мир. Да, это очень наверняка сложно. С региональными особенностями. Так, обязательно не лезем в эту тему, чтобы ролик не стал на 3 часа. Как бы. Очень хорошо, что ты спросил. Сейчас за минуточку я все расскажу. Итак, сначала было слово. Начнем с Римской империи. Шутка. Итак, в общем, воинское сословие это довольно узкая корпорация, в которой не так просто занимать именно рыцарское звание. При этом, если ты нанятый сержант, незнатного происхождения, ты обучен, подготовлен. В какой-то момент ты, кстати, даже можешь совершить что-то героическое и войти в рыцарское сословие, и, соответственно, таким образом войти в... Ну, о таких сюжетах мы знаем даже вот на уровне художественной литературы и кинематографа. Это настолько распространенный сюжет, да, вот посвящение незнатного человека в рыцаре, что оно вошло прямо в культурный код человечества. Почему это было? Это способ воспитания общества, как раз появляющийся в период 13 века. Это рыцарские романы, это некие легендариумы, в которых людей, через которые людей воспитывают. Мы же должны понимать, что к моменту, например, взятия Иерусалима, его брали свежие потомки викингов, очень свежие, очень люди... Ну, 11 век, да, как бы... Сицилийские норманы активное участие принимали. И вот нормандские норманы. Этих всех вот уважаемых людей, которые занимались на протяжении нескольких столетий потомственной резней, торговлей и военное дело у них было крайне в почете, нужно было каким-то образом собирать вместе большую армию, и при этом ее нужно было еще в неком моральном ключе удерживать, чтобы там внутри не начиналась лютая резня, лютые конфликты. И как раз... Через эту светскую литературу происходило воспитание в людях, в первую очередь в воинском сословии, неких моральных идеалов, к которым нужно хотя бы на людях стремиться. То есть это вот служило... То есть был свой кодекс строителя коммунизма. Ну, типа того. То есть смотри, воспитывают со стороны церкви, проповедуют необходимость неких моральных норм, и со светской стороны появляется второй инструмент воспитания людей и воинского сословия. Так вот, люди, поступившие на службу, они обучены, у них тоже могут быть дети. Эти дети, в зависимости от того, как папа хорошо работает на своей воинской службе, могут пойти, в принципе, в перспективе точно так же, стать сначала на побегушках в этих отрядах, чему-то научиться, потом их начнут обучать воинскому делу, и в перспективе они там займут место, например, папы. Или войдут вместе с папой в этот отряд незнатных и будут продолжать свое военное дело, и начнется формирование будущих воинских серьезных корпораций. Еще один способ военного, так сказать, включения, как раз вот ты говорил, брали ли там крестьян, например, в армию и так далее, да? Крестьян в армию не набирали. Ну, вот так вот, не забирали. И да, крестьян не вырезали массово. То есть, да, случались некие эксцессы. Бывало. Казусы. Казусы. Так получилось. Так получилось, да. Извините, психанул. Вот. На исповедь схожу, и все нормально. И десятину надо в двойном размере заплатить. Вот. В основном, в случае военных конфронтаций, там, например, на территории Западной Европы, разбирались в этой ситуации именно военные. То есть собирались несколько рыцарских отрядов, они могли сражаться, собиралась какая-то армия, например, одна, вторая, и они непосредственно производили бой-столкновения. Устраивали генеральное сражение. Фестиваль. Да, устраивали свой фестиваль. Да. Причем я как бы говорю про фестиваль, это ни разу не шутка. Например, есть такой замечательный человек Жуанвиль, сенешаль Шампани, человек крайне известный, и в своих мемуарах он описывает великолепную историю, по-моему, семилетней войны, очень серьезное событие, да, где он как феодал воевал с другим феодалом, своим соседом, за мельницу, которая стояла вот ровно на границе у них. А мельница — это был серьезнейший объект дохода. Ну, естественно. Да. Как они воевали? Наступает прекрасное лето, тепло, комфортно, он собирает своих парней, с другой стороны собирает своих парней, они приезжают, здравствуйте, теперь давайте-ка мы повоюем. Воюют. Боестолкновение заканчивается проигрышем какой-то стороны, в обязательном порядке. И вот те, кто проиграли, они как бы попадают в плен к стороне выигравшей. И, соответственно, вся вот эта замечательная компания после бугурта едет в гости. Ну, травматизм там как бы... Подожди. Вот эта вот замечательная компания едет в гости, например, к стране противников Жуанвиля. И год они сидят там в плену. Но уважаемо. То есть они сидят с вином, с кабанчиком, там, с разговорами, с музыкой. Вот. В конце как бы проходит осень, зима, весна и в начале лета... Ну, то есть уважаемая братва как бы это, разбирается... По понятиям, да, как бы, и понятия нарушать нельзя, да, как и уважаемость, да, как оппонентов. То есть смотри, зима, это время такое тяжелое, и вот проигравшая сторона кормится, поется за счет выигравшей стороны до лета. Лето проигравшая сторона выплачивает за себя выкуп, забирает своих пацанов, оружие, коней, уезжает назад. И где-то через недельки-две они встречаются снова. И происходит опять бугурт, теперь выигрывает Жуанвиль, и вот эти вот пацаны... уезжает к нему теперь. А как же управлять там своими территориями? Ну, нет, там же есть управляющий, можно письмо. Крестьяне и так знают, как землю пахать. Нет, там есть всегда управляющий, как бы там они могут письмо написать типа с указаниями. То есть работа на удаленке. Понимаешь, как бы это плен. Самоизолировался в замке своих оппонентов. Да. И работаешь на удаленке. Там такая, знаешь, ситуация. Ты в плену, но под честное слово тебя отпустят сгонять там детей повидать, типа с женой пообщаться, еще одного ребенка сделать, вернуться. Ну, то есть уезжали из плена, а потом возвращались. Да, по честное слово, уважаемый человек. Да, слово пацана нельзя нарушать. Так в чем прикол? За 7 лет войны они угробили одного человека из двух отрядов. Да? Ну да, интересно. Ну да, действительно, фестиваль. Тут, понимаешь, парни просто фестиваля. Не то, что викинги, они прям, ну, как бы, то же самое, но рубились по-настоящему, как бы. Так они тоже по-настоящему. То есть, но именно... Викинги-то прям убивали. Ну, хотя им нравилась идея попасть в Вальгаллу. Ну, вот, а здесь-то зачем? В смысле, зачем? Зачем? Рай подождет. Да? В смысле, зачем я его... Вот зачем я буду? Мы же, понимаешь... Как... Во-первых, с кем я буду сражаться завтра, в следующем году? Вот. Понимаешь, мы же вот с ними сейчас вот закончим и поедем кушать. Или они к нам поедут. Но в крестовых походах с мусульманами уже была совершенно другая история. Потому что война внутри Европы – это белая война. Это война по, условно говоря, кодексу чести, со всем уважением. Вот. Это добрая война. То есть доброй войной уважаемым людям уважаемо заниматься. Ну, то есть, понятно. А там чужие, там плохая война. Им ничем не обязан. Да, там плохая война. И они сделали ужасно. Они обижают не только тебя, но и твоего бога. Да, как бы. А это верховный суверен. То есть не по понятиям, они что-то беспредельно какие-то системы. Как-то, знаешь, нашему царю люди показали фигу. Да. Погибнем все до единого за него. С 13 веком все понятно. Давай, собственно, перейдем тогда к реконструкции 13 века. Как вы его реконструируете? Чем вы занимаетесь? Потом и кровью как реконструируем. Я в свои подсказочки еще буду поглядывать. Как бы вот как это у вас происходит? На протяжении... практически уже 20 лет мы занимаемся реконструкцией совсем небольшого региона, но очень важного для периода 13 века. Мы занимаемся Фландрией. При этом мы занимаемся изначально... Фламандцы – это люди, которые жили во Фландрии. Да, все верно. Не фландрийцы? Нет. И фламандцы жили не во Фламандии. Во Фландрии жили фламандцы. Ты меня уже запутал просто. Окей. Мы делаем... внезапно город Брюгге, жрем мидий в вине. Да, жрете мидии в вине. Мне очень нравится, как бы, я занимаюсь... Фламандцы жрать мидии в вине. Прекрасно. Знаешь, что самое главное? Это очень дешевое блюдо, доступное для рыбаков было. Это самая дешевая еда была. Одна из самых дешевых. Да. Кстати, сейчас вот так скажу, в циркумбалтийском регионе во времена примерно с 20 тысяч лет до нашей эры - 8 тысяч лет до нашей эры в циркумбалтийском регионе, это в районе Балтики, было настолько много моллюсков, что там люди тысячелетиями не делали ничего, кроме как жили вдоль побережья, ели этих моллюсков. Это прекрасно. Гигантские отвалы этих всяких разных моллюсков, ну, их этих раковин. Шкурки. А Фландрия — это южный берег Северного моря, насколько я понимаю. Верно. Вот, и, наверное, там была какая-то схожая ситуация, которая просто продолжалась до 13 века. Ну, там, знаешь, что было очень интересно. Так вот, мы делаем как раз город Брюгге. Это серьезнейший город, который считался одним из самостоятельных городов. Ну, как бы это такой средневековый, ну, можно сказать, мегаполис тоже, в котором было... Сколько там жило людей? Численность не помню сейчас, не буду врать, не помню, но это был очень большой... Ну, не как в Париже. Нет, нет, не как в Париже, там был поменьше, но тут была другая ситуация. Это был город, находящийся на самых важных торговых путях, плюс обладавший огромным количеством ремесленников, которые изготавливали товары высшей пробы. Буквально высшей пробы, все знают. То есть там супер развитое ремесло было, то есть тоже протокапитализм. Фактически, да, они начинают... Доиндустриальный. У них... То есть развитая прослойка вот этих... Бюргеров, незнатных людей. Граждан-ремесленников, которые зарабатывали ремесло. И которые внезапно управляли городом. Естественно. И, наверное, имели ополчение. Не просто, наверное, они его в обязательном порядке имели, так как независимый город, у которого много денег, почему-то привлекает интерес всех. В основном королей, у которых с деньгами всегда как-то не очень. Слушай, а вот на службу городу рыцарей привлекали? В обязательном порядке. Потому что рыцарь — это же кто такой? Ну да, знатный человек. Ну блин, у него же денег-то нет. Особенно если земли нет. Да. И земли. Да даже если есть земля, что он продаст? Вот он выращивает какую-то там рожь, и сосед его выращивает рожь. Куда он продаст свою рожь? Ну, как бы и такое. На какие деньги его сосед купит рожь? Тут есть главный нюанс, как бы очень много... Ремесло в городе сконцентрировано. И деньги в городе. Надо город контролировать. А контролировать так просто не выйдет. А у города ополчение и свои нанятые рыцари. Попробуй поконтролировать. Вот, это классная ситуация на самом деле. И король такой смотрит на это, а что в смысле? Что все засветились? Эти в замках что-то, эти в городах. Что делать вообще? Вот и на самом деле интересная ситуация выходит, то что мы делаем как раз город, который настолько самостоятельный, что он собирает такую, ну я не скажу, что это регулярная армия, но это такое зарождение идеи о том, что не обязательно центр твоей армии составляют рыцари. Потому что, например, фламандцы в 1302 году совершили страшное. Действительно, это был страшнейший удар по культуре. Они уничтожили всю верхушку рыцарского сословия Франции. Это битва при Куртре, битва золотых шпор, куда приехали все уважаемые битва люди. При Куртре. А, про золотые шпоры я слышал, когда отобрали. Ну, вот. Так это вот кто это? А вот кто это сделал? Да, это вот эти пацаны, короче. То есть, когда незнатные ополченцы просто вырезали. А они тоже конные были или они уже в пехоту пытались? Они пешими это сделали. Пацаны просто, знаешь, что сделали? Я думал, развитие пешего боя это 14 век, там, ну, это швейцарцы. Как раз, это вот смотри, это тот момент, когда появляется идея о том, что конница, профессиональная рыцарская конница может противостоять пехота при стечении неких условий. То есть это территориально организованная линия обороны, правильно, это спешенные рыцари, которые встают вместе с пехотой, и пехота понимает, что этот рыцарь будет с ними биться и руководить ими до последнего, потому что он одет в такие же тяжелые доспехи, у него нет коня, и свалить он быстро никуда не сможет. То есть появляется эта идея. И самое главное, ввиду того, что город очень богатый, город может позволить себе одеть каждого ополченца, внимание, в сервильер, в полный кольчужный обер, в кольчужные шоссы, выдать каддарм и дополнить это все прекрасно фальшионом, например, баклером и годендагом. Очень интересно. А теперь по-русски, пожалуйста. Если то же самое. Если коротко, они берут... Ладно, фальшон, баклер я знаю, да, хорошо, остальное что? Они берут рыцарское вооружение целиком и дают его пехотинцу. Угу. Если кратко. Причем, чтобы ты понимал, как бы, не одному пехотинцу, вот у тебя есть отряд 150 человек, и у тебя стоит 150 человек, одетые как рыцари. Коддарм это накидка. Пластинчатый доспех. Нет, 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 нет. Коддарм это цветная накидка, по которой ты можешь идентифицировать своего бойца. Подожди, я думал, коддарм это что-то типа ранней бригантины. Coat of Plates. Это Coat of Plates. Они выглядят визуально издалека одинаково. Coat of Plates это как раз. Коддарм это кот-то по-нашему. По-реконструкторски. Накидка на доспех. Ну, по сути, да, да. Коддарм это именно накидка. А Coat de Plate это уже тканевый доспех. Coat of Plates это ткань с пластинами. Угу. Или кожа там, да. Да. То есть, ну, это типа ранний визбит, типа того. Ага. Так, ну цервелир это понятно, это шлем, небольшой черепник так называемый, да, то есть это примерно как вот этот шлем, только цельно бацилет, выколоченный, да. Менее глубокий, без полумаски. В чем прикол? Этот шлем позволяет дышать, этот шлем стоит не так дорого, как все остальные. О, можно вот в кадр, да, цервелир? Прекрасно. Вот, то есть вот это вот цервелир, да, я даже слышал, что их под топ-хельмы одевали иногда. Это уже вот как раз конец 13-го, начало 14-го. На всякий случай, если вам говорят сервильер, бацинет, черепник, это вот этот шлем. Потому что бацинет... Собственно, бацинет происходит от этого шлема. Ладно, топ-хельм и бацинеты мы не будем доставать. Важный момент, что вот это в документах называется бацинет. Это просто на разных языках одно и то же. Слушай, давай как-нибудь, может быть, если ты еще будешь в Питере, запишем ролик про снаряжение 13 века. Легко. Будет прям отдельная тема, как бы про доспехи, про оружие. Хорошо. Кольчуга, итак, кольчуга, я так понимаю, это доминирующий вообще доспех. Это то есть кольчужные топ развития доспеха, да? Да, полный кольчужный холберг, то есть это длинные рукава, рукавицы, капюшон, рукавицы. Это дорого, очень дорого в 13 веке. То есть там рыцари тут тяжело собраться, а тут просто берет город, одевает всех как рыцари. Что а это? Всех это сколько? Может быть их 100? Вопрос чисто... Примерно. Нет, там несколько тысяч. Несколько тысяч? Да. А люди это снаряжение дома хранили или какие-то арсеналы, или как-то организовано? Во-первых, нет, часть прямо делалась перед конкретно войной, в очень срочном порядке производилась. Типа мы идем на фестиваль к такой-то дате. Все шьются в последнюю ночь. Примерно так. Там просто у них типа фламандское восстание, это событие не одного дня. То есть к битве при Куртре они подходили с запасом в несколько лет. Да, было еще другое сражение перед, и потом после будет. Ну, это просто центральное событие было. И люди к этому готовились. Во-первых, как бы большинство городского ополчения это люди не просто, которые типа вот они там 20 лет работали, и вдруг их вызывают в ополчение, девают, идите воюйте. А как воевать нужно уметь? Эти люди на регулярной основе постоянно вызывались в полицию. То есть они выходили... Так называлась полиция? Милиция. Городская милиция. Городская милиция. Ну, то есть ополчение. Они вызывались в городскую милицию со своим снаряжением. Проверяли, что у них кольчуга целая, ватник целый, шлем есть, подшлемник с завязкой. Они на дому хранили снаряжение? Да, конечно. Должны были следить за его состоянием. По нормам города в обязательном порядке должны были явиться с определенным списком снаряжения. И в этой полиции они какую-то караульную службу несли или именно несли? Были просто сборы какие-то военные? Нет, их вызывали нести караульную службу, и, соответственно, они... охраняли город. Да, да, да. И таким образом у них выходили такие мини-тренировки. То есть их вызывают, и они умеют ходить в своем снаряжении, знают, как за ним ухаживают, умеют пользоваться своим оружием, потому что они умеют воевать. И в городах разборки были внутри регулярные, между цехами. Торговых больше не поделили. Типа вообще... ткачи подрались с кузнецами, ну, да, с резчиками пуговиц. Да, да, да. Или, например, там страшная ситуация, короче, вот люди здесь 20 лет живут, никого не трогают, торгуют тапками, а тут приезжают какие-то понаехавшие и начинают свои лотки напротив разворачивать. У них лицензии нет. Они в церковь не занесли, королю не занесли самое страшное, как бы, городские взносы. И, во-первых, они у нас клиентов сманивают, кричат громко, а еще и гадят в неположенном месте. Все, там бугурт. Ну, интересное время, как бы. Ну и, в принципе, это Да, в общем-то... Они защищали свою как бы доходную территорию. Похоже немножечко на 90-е. Как бы. Ага, да, немножечко. Хорошо. И как вы это все реконструируете? Какие возникают проблемы с подготовкой комплексов, костюма, доспеха, вооружения, взаимодействия? В первую очередь, конечно же, главный вопрос был в том, что мы делаем довольно неизвестный регион на тот момент, когда мы начинали делать, и нам нужно было находить где-то источники. Как? Не грустно, но в Европе почему-то источники в 13 веке писали не на русском. Это прям вообще разочаровывает. И вся источниковая база у нас на иностранных языках. Самое ужасное, когда это старофламандский или старофранцузский. Старофламандский. По старофранцузскому языку, по-моему, в мире человек 5, которые могут его понимать. Я представляю, какие трудности перевода со старофламандского. Это же, там же еще смесь жаргонов. Это не просто... представляю, предполагаю. Это очень... Как бы... Когда ты переводишь... Ну, а археология, как бы, может быть, можно оттолкнуться от археологии в первую очередь? Нельзя отталкиваться. Только от археологии. Мы должны работать в комплексе. Не, ну естественно, если ты собираешь комплекс костюма, да, тебе надо понимать, как было устроено общество. Как какие устроено общество, опять же. Страты социально существовали, кто как мог быть одет. Еще есть главная проблема в том, что, например, если комплекс изобразительных источников на 13 век у нас реально богатый. Вот. Но это же все-таки больше схематические изображения. То есть ты можешь... Именно на Фландрию их много? Или вообще на 13-ю на Европу много? И на Фландрию, и тоже. На Англию, и на Францию. Нам, понимаешь, в чем главный момент? Мы же торговый город, Брюгге делаем, через который идут торговые пути из Англии. Богатый город мог позволить себе развитое искусство, а развитое искусство, естественно, в ходе творчества оно документировано. Плюс за счет художественных произведений. Европа. У европейцев есть такой пунктик, они все записывают. То есть, например, к моменту Первой и Второй мировой войны сохранялись огромные просто бельгийские торговые архивы, которые, к сожалению, частично погибли в Первую и Вторую мировую войну. Да, архивы все время в войнах. Да, да, но просто они с 13 века дожили до 20-го, то есть часть даже осталась. И они все документировали. И вот мы изучаем вопрос, например, у нас нет конкретной археологии там, по каким-то элементам костюма. Почему? Ну, потому что изнашивали до последнего. Прям, до последнего. Потом появляется замечательная тема сейчас. Ну, это в доиндустриальную эпоху вообще. Да даже и в индустриальную эпоху износ одежды до последнего. Это вот только вот сейчас вот мы можем себе позволить одежду выкидывать, просто потому что она застиралась, а не потому что в клочья изорвалась. Так вот, тут главный нюанс. Из-за того, что все использовали максимально до конца, и, например, та же льняная нижняя одежда, вроде бы, ну, наверное, сносилось, можно типа выбросить или там как-то использовать. Использовали либо на тряпке, либо внезапно ее перерабатывали в бумагу. В бумагу? 13 век это уже время бумаги, пергамента и бумаги. Для многих это, кстати, открытие. Да, но я не задумывался никогда, как бумагу в 13 веке делали. Из как раз старое тряпья. Не из дерева, как бы. Нет, нет, старое тряпье. Еще не из целлюлозы. Вот, это хлопковая бумага, например, то есть вот это лен переработанный. Ты знаешь, на самом деле, что самое интересное, люди, которые занялись изготовлением бумаги, это такая деревенька Фабриано. Знакомо, да, что такое Фабриано, да? Нет. Нет, не знакомо, ты не занимаешься, наверное. Те, кто занимается изобразительными искусствами или любит рисовать, они знают, что в магазине Леонардо продается бумага Фабриано. А, то есть это с тех времен как бы тянется, да? Да, они до сих пор ее производят, до сих пор. И ты можешь купить сейчас бумагу, но она просто чуть белее за счет современных осветителей. Ее прям что, делают по тем же технологиям? Да. Прикольно. То есть тоже хлопка из льна. Да. Вот это вот. Представляешь, как круто? То есть, да, это действительно круто. Мы в какой-то момент просто занялись этим вопросом и внезапно обнаружили, что ты можешь просто для того, чтобы на фестивале исторично вести записи, можешь зайти в Леонардо, купить вот эти вот листы Фабриано и нарезать себе в нужные размеры. Слушай, да, это огонь. Это как бы не крафтовая бумага тебе. Вот, то есть это вопрос, как отказаться от крафтовой бумаги, мы очень озадачились, потому что пергамент это дорого. В России делает одна женщина, которая нам поставляет пергамент. И сколько стоит лист пергамента? 1,5 рубля. 1500 рублей? Да. Один лист, какой размер? А4. А4 лист 1500 рублей. Да, классно. Очень недешево. Собрать себе копию исторической книжки, там, я не знаю, Библии Мациевского. Да, только есть нюанс. Библия Мациевского, она не А4, она вот такая. Сколько будет стоить копия, интересно? Миллион? Полтора? Очень дорого. То есть, нет, это как бы миллион-то мало. Там же... Это же кроме бумаги, там же кожа, работа. Вот работа, иллюминация, это дорого. А там же, если ты смотришь Библию Муциевского, ты видишь классные картинки. А у них иллюминация — это иллюстрации? Да, это процесс изображения. Это иллюстраторы. Типа того. Вот, процесс изображения, это называется иллюминирование. Иллюминированная рукопись, процесс иллюминации. Итого, получается, что... То есть источники все на иностранных языках, да, в лучшем случае, а в худшем на старофранцузском, в лучшем случае они на английском, это просто победа, если на английском. Ну, английский, да, как бы. У нас в родителе то же самое, там, ну, шведский, вот, норвежский, немецкий. Тут главная проблема, что все источники, и их очень тяжело найти. То есть огромный объем данных, очень тяжело найти. Во-первых, тема не очень популярная. А археология как? Там есть железо, доспехи, там, оружие? У нас есть определенный пул находок, например, там, каски найдены, там, сервильеры найдены, шепеля найдены. С украшениями, я думаю, тоже проблем нет. С металлопластикой, там, латунь, серебро. Вот с этим вообще порядок. У нас огромный плюс 13 века, потому что, например, статуи супер детализировано. Да-да-да, вы же по надгробиям. Надгробия, статуи, вот, это расцвет культуры. Вот именно вот культуры, искусства, когда огромное количество избирательных источников. Понятия, конечно, такого близко нет. Нет, у нас это просто песня. С ИЗО проблемы, как бы, а когда вот чтобы прям... Да, понимаешь, вот рыцарские надгробия 13-14 века, да, это готовые комплексы. Ты вот просто подходишь, смотри, вот такие у дяди накладочки. Давайте мы посчитаем, сколько должно быть накладочки на этом поясе, как они должны быть. Супер реалистичное изображение. Ну, я думаю, что нам сейчас иллюстрации подмонтируем. Добавим картинок. Выглядит. То есть, понимаешь, как бы у нас вот в этом плане нам очень хорошо. То есть в некоторых ситуациях, например, с тканью, с археологией плоховато, ее немного. То есть, ну, это всегда, вот ткань плохо сохраняется. Опять же, наверное, у вас ее больше, чем у нас в Ронятине. Безусловно, но, опять же, есть нюанс. В основном находят, что? Погребальная одежда, которые особые погребальные одежды, какие-то литургические, какие-то... Либо мусорка, или потерянные. Ну, вот с этим, и этого совсем мало. То есть, в основном, это вещи из захоронений знатных людей. То есть, вот с одеждой низших классов прям беда. То есть, ну, ее буквально практически нет, потому что... она фактически с ИЗО... С изобразительных источников и интерпретации покроя, например, от знатной одежды к крестьянам, потому что характерен 13 век тем, что, например, если мы смотрим изображение крестьянки и смотрим изображение дворянки, например... То разница только в материале и отделке. Да, именно. Выкройки, то есть идея того, что копируют с верхнего слоя населения до нижнего слоя населения, там, покрой одежды, стиль, моду, четко прослеживается на весь 13 век. При этом, вот смотри, например, мы говорим про женскую котту верхнюю. Если ты видел 13 век, если женщина стоит, у нее на земле лежит ткань. Опять же, фотки, какие-то изоты нам накидаешь. Да. Там, понимаешь, лежит ткань. Для крестьян это же неудобно, это же пачкается, да? Но это такой способ показать, что ты... Что ты не работаешь. Нет, ты работаешь, но ты не нищий. Ты можешь заработать и позволить себе вот сделать одежду такую же, как... Или, по крайней мере, работаешь не так, как крестьянин в поле, да? Ну, даже крестьянин, просто, понимаешь, там же еще эта одежда, это же был не только показатель статуса, это еще несло некий нравственный, моральный облик человека. Женщина в короткой котте, если котте изображалась, это, скорее всего, женщина низкой социальной ответственности. Вот. Либо ведьма, что тоже как бы не одобряется внезапно в религиозном обществе, где... Ведьма – это плохой человек, как и женщина с низкой социальной ответственностью. Да. И показатель, например, нравственности женщины, то, что она верная христианка, хорошая мать и так далее. Вот длинная, правильная одежда. При этом мы, изучая эти изобразительные источники, выясняем, что на самом деле, когда они работали, ходили, как правильно носить эту одежду, чтобы она как раз не волочилась по земле, не пачкалась и не снашивалась. И благодаря огромным и действительно достоверным вот этим изображениям, которые, ну, некоторые фотографического уровня буквально, мы можем понять, там, как носить пояс, как поднять эту котту, брать там и так далее. И здесь мы имеем огромное преимущество перед, например, более ранними эпохами. Да, конечно, такого нет. Там, как, если есть ИЗО, они как бы не детализированные. Да, там как бы надо угадывать, что это. Да. Отсюда даже вот ковер с Байо представляешь, естественно, да? Да. Там на основе того, что изображено там, один исследователь, не помню фамилию, не помню, когда он это сделал, начало 20 века или конец 19-го, предположил вообще вариант существования доспеха из крупных нашитых колец. Точно, точно, да. Да. Мы фотки подмонтируем сюда. И даже подобные доспехи были популярны у реконструкторов в Западной Европе. Они в России в начале нулевых появлялись. В начале нулевых, да. У нас, я вот сам не припомню таких, но есть, есть. Именно вот нашитые на основу какую-то кожаную крупные кольца, да. Но логичнее всего предположить, что художник все-таки изображал, художница, которая его вышивала, таким образом изображала кольчугу, как бы, чем нашитые крупные кольца. А был определенный уровень, так сказать, таланта, мастерства. Да. Вот. Никто ж не думал, что... Слушай, а насколько много вообще у вас девушек в соотношении с парнями, раз мы вот про женский костюм заговорили? Пока, ну, пока я подглядываю свою подсказку. Ну, на самом деле, расскажи. Я могу в первую очередь рассказать про свой клуб. 20 женщин. 20 женщин. Даже 22. Просто 20 женщин, а какое соотношение с парнями? Ну, смотри, 60 типа человек, численность, то есть, ну, треть. Треть, ну так вот можно. Ну, то есть у вас... Мы всегда, наш клуб всегда... Идут в реконструкцию за мужиком, да, а не парни идут за девушками. Как бы... Потому что, ну, вероятнее примерно один к одному. Не, у нас просто как-то так получилось, что в клуб славится с самых первых дней тем, что у нас всегда было много женщин. То есть большое количество девушек приходило в историческую... Помню, магазин открылся. Сейчас будем заканчивать потихоньку. Да. Так, смотри, у меня буквально пару вопросов к тебе осталось. Так, хорошо, вот вы реконструировали, когда вы реконструировали, что вы делаете? У вас есть фестивали по 13 веку. Насколько их много, насколько они многочисленные, и взаимодействуете ли вы с реконструкторами Руси 13 века? Я понял. Вообще, все движение исторической реконструкции 13 века — это не очень большой объем людей от общей численности реконструкторов во всей нашей России. Да, если наронять ему по 1000 человек на фестивале, может собираться. То... Сейчас, например, вот я могу говорить за ситуацию Западной Европы, потому что сейчас непосредственно последние годы именно ей занимаюсь. Да, это... Реконструкция Западной Европы в России. В России, да. И сколько людей у вас на фестивале в среднем собирается? Максимум, допустим. В среднем и максимум. Не более 100 человек. Это максимум? Да, да, да. То есть у нас были мероприятия, где собиралось и больше, но у нас, просто пойми, ситуация на всю Россию — это примерно 250 человек, которые в том или ином виде, при этом они... Мне кажется, античников уже больше. При этом они как бы в том или ином виде, кто-то хорошо, кто-то плохо, то есть, ну это если всех взять. То есть вообще, например, вот в чумной год, 2020, мы делали фестиваль «Тринадцатый город» по Западной Европе, в Москве, тестовым вариантом, мы собрали туда, ну, всех, кого смогли, там было 112 участников от Западной Европы. То есть это было для нас действительно важным большим событием, это было круто. То есть сейчас, вот реально сейчас, на мероприятия, которые тематические по Западной Европе, посвящены феодальным войнам или крестовым походам, да, они собирают типа 50-70 человек. То есть для нас сейчас это считается много, но есть нюанс. Такие мероприятия — это мероприятия не «приезжайте все», а мероприятия по допускам. То, что мы типа сейчас пытаемся у себя установить. Как у вас допуск происходит на фестивале? Вот у нас в Райотине сейчас вот распространена либо паспортизация, да, либо по приглашениям, либо по заявкам без паспортизации. Именно вот на мероприятия, которые считаются, например, лично мной считаются с хорошим уровнем реконструкции, в обязательном порядке подается заявка, если ты боевой. Фото в боевом, где все хорошо видно, целиком расставая фотографии, фотография гражданского костюма. Аналог, да, но пока ввиду того, что у нас численность не настолько огромная, мы практически все друг друга знаем, комплекты друг друга знаем, допуск провести гораздо проще, плюс объем. То есть это 50-70 человек, ну да, это не то же самое, что 1000. Да, да. Причем как бы это приезжает 1000, а заявок надо отсмотреть там 1300, допустим. Вот, то есть у нас пока другие масштабы. В перспективе, конечно же, если когда-нибудь случится так, если я до этого момента доживу, что у нас будет там человек по 500 заявляться, да, тут уже без вариантов это будет, да, похожий вариант, в этом плане, типа, как на Рузбурге. С фестивалями понятно, а какова вообще перспектива, что так произойдет? Вот вы как-то работаете с молодежью, пропагандируете. Вот я, смотря даже вот твой канал, заглядывая, да, вижу, что вы там шорты всякие прикольные, смешные записываете, и у вас Ну и выпуски такие полноценные. И у вас довольно много молодых лиц. У вас один из самых молодых клубов реконструкции Средневековья в России. Может, как у меня сложилось представление. У нас интересная ситуация. У нас те люди, которые занимаются Западной Европой, они довольно стабильно оседают в клубе. То есть если у нас очень смешная ситуация, мы недавно смотрели, те, кто уходил из нашего клуба, они больше в реконструкцию никуда не уходили. То есть они прям уходили из реконструкции. Из фламандцев нет выхода в другую организацию. Если человек уходит из вашего клуба, он уходит из реконструкции. Да, да, как-то так получается, что у нас все, кто поуходил, они прям ушли с концами. Все. Вот. Но момент в чем? У нас состав довольно стабильный был. Вот те люди, которые начинали заниматься, они так продолжают заниматься. Сейчас вот что-то я задумался, вы их на кострах не сжигаете, этих людей, случайно? Там, я не знаю. Конечно же нет. Так вот, возвращаемся. То есть состав довольно стабилен, но приток молодежи есть. Тут интересная ситуация. Вот благодаря как раз роликам на Ютубе и прочему я попробовал запустить новые проекты по привлечению людей, потому что меня не устраивала ситуация, что тебе приходят в клуб там за год 5-7 человек, из них шьется один. В лучшем случае один. Не, ну это как бы стандартная динамика. Как бы. А мне не понравилось. Если приходят людей, да, как бы, и от них, ну, из них кто-то подготовится. Понимаешь, в чем дело? Тут был момент, что это не происходило такого целевого набора, когда ты обращался к аудитории, которая конкретно уже знакома, например, там, с 13 веком, знакома с реконструкторами 13 века, и они приходят. То есть сейчас канал это помогает делать? Я канал создавал для этого, в первую очередь. И, например, проект позапрошлого года, у нас был проект замечательный «Мразный отряд». «Мразный отряд». Да, и за... А, ну да, вы собирали вот банду новичков, которые готовили к фестивалю. И в итоге я отобрал 26 человек, всего было заявок 63. Я отобрал типа 26 человек. То есть и получилось, прям вы 20 человек подготовили? Рассказываю. Вот, мы начали готовиться, собираться, и это был типа люфт 3,5 месяца. 3,5 месяца на фестиваль «Тринадцатый город». Разный отряд вывел 13 человек. 13. То есть половина пошилась. Представляешь, это пошился новый клуб внутри клуба. Это очень хороший результат, потому что 13 человек, готовых выезжать на фестивале, это реально среднестатистический реконский клуб. За 3 месяца, понимаешь, как бы это в разгар сезона. Вне зависимости от эпохи. То есть в любой эпохе как бы 13 человек, готовых выехать на фестиваль, это очень неплохой результат. И это тот момент, когда люди пришли, им было интересно всем. То есть понятно, не все выдерживают как бы темп, не выдерживают типа сложности. Но не все остаются после первого сезона. Ну, некоторые такие, ну попробуем. А вот тут такие... интересный момент, рассказываю, это уже на излете нескольких лет, да? По итогу от 13 человек осталось в клубе 8 на постоянку, которые сейчас многие ребята стали моей опорой. То есть некоторые стали вообще топовыми реконструкторами в нашей тринахе, внимательно впитывая все, что мы умеем. А у нас базис огромный. Приток молодежи есть, да. Но и он постоянен. Вернусь к вопросу взаимодействия с реконструкторами Руси. Да, есть же вот еще движуха реконструкторы Руси 13 века. Там, до монгольской, да, на протяжении многих лет. Ну, соответственно, насколько я понимаю, очень часто у вас мероприятия проходят раздельно друг от друга, как бы, и очень редко совместное что-то. Немножко... Это как бы так или не совсем так? Как у вас взаимодействие? Я понимаю, это вопрос. Вы же вместе можете проводить гораздо более многочисленные мероприятия. Хотя Русь и Европа в 13 веке, это понятно, что это как бы довольно, хотя и взаимодействующие, но сепарированные образования друг от друга. Так, вопрос понятен, будем разбираться поэтапно. Есть такой момент, что, конечно, взгляд со стороны, он видит те события, те мероприятия, которые в сети продвигаются в первую очередь. На протяжении всей, наверное, истории 13 века огромное количество мероприятий, да и все основные мероприятия, они проходили в тематике Русь-Европа, и всегда в основном это мероприятия с финансированием государства тем или иным способом, и, соответственно, это всегда формат... Либо это Невская битва, либо Ледовое побоище в том или ином варианте, как бы другой. Ну, типа русским дружинам нужен противник. Ну, из этого разряда нет, это просто очень понятно для гранта, для зрителя, для, собственно, государства, которое на что оно выделяет деньги, на проведение какой идеи. То есть это победа, триумф русского оружия в первую очередь. Это нормально, понятная ситуация. Ну, это естественно для государства. Да. И такие мероприятия, они проходили на протяжении всех лет. Например, мы делали самостоятельно фестиваль вместе с клубом «Легенда» в Самаре. Мы проводили с 2000... Они как раз русские 13-го. Да, наши друзья, да. Мы с ним познакомились на фестивале по Руси и Европе, вот здесь вот под Питером, в Копоре. Копоре. Да, 2010 год, мы с ними, собственно, там познакомились, встали в один строй, вместе начали воевать, потому что мы приехали, они приехали легко доспешными, мы приехали легко доспешными, у них копья, у нас копья, и мы отлично смогли вместе синергировать и вместе воевать. То есть легким вот этим отрядом это было прям прикольно, потому что то время это был переходный период для 13 века, когда все были массово в тяжелых рыцарях, и начинался вот этот переход. Тоже когда 13 век отделялся от общей движухи с бискитовыми бугуртами в отдельное направление. И вот мы начинали, мы начали как раз сотрудничество и проводили с 2011 по 2018 я год участвовал. Очень долго мы проводили этот фестиваль, и мы типа делали фестиваль Русь Европы и закладывали другую тематику. То есть сейчас, в период... Вот как ковид начался, там остановились все мероприятия. К тому моменту мы просто хотели заниматься немножко другой темой, потому что мы хотели, например, тот же рисунок боя немножко изменить внутри. И мы хотели почувствовать, как происходит феодальная война, про что я тебе рассказывал как раз в первой части. То есть, и нам было интересно именно взаимодействие. То есть, например, рыцари против рыцарей. Да, потому что картина боя совершенно другая. Ну, вообще другая. У вас же есть даже одна, отдельная номинация такая турнирная, 3 на 3, да, там рыцарь с двумя оруженосцами сражается против команды такой же рыцаря. Да. С правилами, например, там есть разные варианты правил. Но пешие, не на коне. Да, это же современный вариант, это не относится именно к реконструкции, это просто такое... Разнообразие боевого взаимодействия. Да. Сражаетесь вы на хиты, как я понимаю, как в ронятине. Да, по хитовой системе, только у нас... В ронятине однохитовая система, у нас многослойная. То есть, например, боец... Зависит от доспехов. Да, боец... Вы держитесь за эту иллюзию. Шутка. Так можно сражаться. Нет, тут важный момент. У нас маленькая пока численность. Поэтому мы спокойно это можем отсекать. Да, если сделать 100 на 100, там начнется проблема с подсчетами. Понимаешь, вот когда мы дойдем 100 до 100... Если мы когда-нибудь дойдем 100 до 100, я разберусь, как там это все организовать. Очень хочу. Понятно. В этом плане... Подожди, можно я про Русь закончу? Ну давай, про Русь. То есть как раз фестивали, например, они организовываются в последние времена эпохи, которые были в 19 году, там, собственно... вообще времена эпохи они были и в прошлом году, да? Не, я имею в виду полевой. Классические полевые. Да, большой, где с большими лагерями, то есть последний там по Тринахе, опять же, там была Русь, была Европа. Там вообще человек 200, по-моему, было тринашников. Ну да, на поле у нас была 100. Привезли прям всех. В России нашли. Все, кто смог доехать в те даты, там был. То есть, как бы, если организаторы выступают за эти мероприятия, они их делают, люди приезжают. То есть, например, нам просто в последнее время интересна именно Западная Европа, как внутри себя, война внутри этих западных европейских государств. Развитие внутренней составляющей, внутреннего контента, так сказать. Да, и нам интересно, так как мы уже старые все конструкторы, основная часть, люди уже, за 35, 40, 55 лет в клубе. У нас, знаешь, короче, у нас самый маленький человек в клубе, ему 13 лет, самый старенький подходит к 55. У нас сочетание поколений просто бомбическое, на самом деле. Не, это очень интересно. Так вот, конкретно я занимаюсь сейчас организацией мероприятий только по Западной Европе. Я не исключаю для себя, что в какой-то момент опять буду организовывать фестивали, где открыты все территории 13 века. Византия, Русь, Европа, Орда, то есть, все можно будет. Это будут дополнительные платные DLC. Лутбоксы можно будет еще запилить, да? Когда-нибудь я, наверное, этим снова займусь. То есть сейчас мне просто интересно развить именно свое направление. И все это сделано для чего? Для того, чтобы увеличивать численность реконструкторов 13 века Западной Европы, довести ее там до определенного момента, чтобы было человек 100 очень хорошо, очень качественно пошитых. Это вот моя такая внутренняя задача для того, чтобы реконструировать события феодальной войны когда-нибудь, пожалуйста. Ну, вообще, это, кстати, довольно интересно, потому что у вас, получается, есть для реконструкторов Западной Европы 13 века мероприятия чисто для реконструкторов Западной Европы. Что-то в ронятине нет мероприятий типа вот это мероприятие чисто для викингов, там условно скандинав, да? Это мероприятие чисто там для Руси и славян, да? Потому что кроме внешнего взаимодействия существовало же какое-то внутреннее взаимодействие в разных локациях. Мы как раз внутреннее пытаемся сейчас сделать. То есть это интересно, в других направлениях реконструкции я такого не знаю. Тут еще важный момент, я отмечу, что это... Если не считать, конечно, отдельные какие-то походы, выходы. Вот именно, чтобы был какой-то фестивальный движ в рамках ограниченной какой-то локации. Я еще отмечу, что эти фестивали, они не исключают как бы все предыдущие форматы, те же там ледовые побоища, фестивали совместные, типа как «Ратное дело» и так далее. Это просто отдельные мероприятия, которые они вот есть. Вопрос в том, что у нас движуха небольшая, количество организаторов не очень много, но, например, лично как я, организатор, я не могу разорваться на десяток там событий. И если делаешь очень много фестивалей, ты начинаешь немножко уставать, где-то снижается качество и прочее. Поэтому я выбрал для себя два направления, которые мне интересны, и в этих двух направлениях я эти фестивали развиваю, вкладываю туда свои ресурсы, вкладываю ресурсы клуба и пытаюсь именно их расширять в численном составе и в качественном составе. Про фестивали сейчас вот еще отдельно уточню, но сначала вопрос такой. Каковы вообще перспективы реконструкции Западной Европы XIII века в России на данный момент? В связи с чем спрашиваю? В связи с тем, что существует у нас в стране некоторое количество таких вот угашенных как бы турбопатриотов, да, которые ложно понимают идеи патриотизма, для которых сама идея реконструировать что-то там европейское может казаться на уровне базы чем-то враждебным, как бы неправильным. Да? Вот в этом ключе вы сталкиваетесь с какими-то проблемами или таких проблем как бы нет? Конечно, то турбопатриоты, турботалантливые люди с как бы особенными теориями заговоров, теориями финансирования и так далее всегда попадается. Тут все очень, на самом деле, просто. У нас огромнейшая страна, ну, действительно, она настолько огромная страна, которая собирает в себе огромное количество разных национальностей, да, внезапно. И еще наша страна собирает огромный объем культурного наследия. При этом наше культурное наследие, отечественное, российское, как и наша отечественная история, она не может существовать в отрыве от мировой истории. Естественно. Тут самый главный момент-то в чем? По-правильному история, она одна и она общая вся. То есть то, что выделяет историю Западной Европы, историю Руси, это такое условное выделение, но по факту ни одна страна не существует в замкнутом пространстве сама в себе. У нас идет постоянное взаимодействие. Кроме того, что мы занимаемся, например, мы можем реконструировать конкретно события, например, только ледового побоища или Невской битвы, используя там шведов, там тевтонцев, да? Но на самом деле мы собираем общий объем культурного наследия Европы, которое включает в себя те же крестовые походы, которые в результате идейно повлияли на попытки северных крестовых походов с территории Европы в Русь. Идейно они складывались-то от тех первых крестовых походов, сама вообще идея. То есть, понятно, что в Невской битве, в ледовом побоище Александр Невский, он столкнулся не с какими-то там ботами безымянными, да, или какими-то свалившимися в космос пришельцами. К нему пришли конкретно люди, которые имели какой-то свой фон за спиной, да. Которые как-то по-своему жили, были мотивированы какими-то своими экономическими интересами, имели какую-то основу, да, то есть чем-то их действия были обоснованы, да, то есть у них была мотивация, почему они пришли, да, почему так сложилось, от этой мотивации как они жили, как их культура назад, да, открутить назад, а потом мы еще внезапно посмотрим. Я неспроста упомянул о том, что мы очень большая страна. Мы можем посмотреть на карту, и внезапно мы увидим, что у нас есть территории, которые относятся непосредственно к Европе. Да у нас половина страны находится в Европе, а еще у нас есть Калининград, Калининградская область. Внезапно. У которой история не у нее история не начинается с момента того, как она присоединилась к России, а имеет немножко вглубь веков наследие. И на той территории внезапно тоже появлялись рыцари средневековые, да? Или люди средневековые, европейские, там тоже жили. Это тоже часть нашего культурного наследия. И от нее нельзя отказываться. Очень важный момент, что если мы начинаем изучать какую-то тему в жестком отрыве, то есть когда мы берем и говорим, что вот типа вот у нас есть Русь и есть Тевтонский орден, и забываем про все остальное. И показываем, например, просто вот нашим детям на уроках истории только вот Тевтонского рыцаря, которого там пишут там пес-рыцарь по классике. Пес-рыцарь, ведро с рогами. Вот, да. И типа Русь-дружинник. Вот только если мы это показываем, мы а отрезаем возможность широкого кругозора и взгляда на опыт просто огромного количества поколений. То есть в тот момент, например, когда мы таким образом рассказали об истории взаимодействия Европы и Руси в XIII веке, мы рассказали вот четвертинку страницы реальной. Я бы даже сказал, таким образом своим детям свинью подложили, да. То есть они раскрыли всю картину мира. Именно. А когда ты часть картины мира от человека скрываешь, у него, соответственно, уже узкий кругозор, он уже причинно-следственные связи не так полноценно улавливает и, соответственно, может ошибаться, принимая какие-то свои решения о своем будущем, в планировании и в действиях. Мало того, это реально очень сильно ограничивает сам кругозор на огромнейший объем культурного наследия, потому что мы не можем отказаться от, например, живописи, которая формировалась на протяжении столетий. И мы же знаем огромное количество художников, музыкантов, скульпторов из Европы. Мы же не можем там Леонардо, Рафаэля выкинуть. Да, нет, никак. Фламандцев, опять же, тех же самых. Все знают фламандские сукна, замечательные фламандские кружева. Это все огромный объем культурного наследия. Вопрос фламандские художники — это вообще отдельное направление. Вопрос в том, что как мы и для чего мы это изучаем. То есть в первую очередь, да, нам интересна конкретная тема, например, военных событий или конкретная тема повседневной жизни, жизни ремесленников. Потому что жизнь внезапно ремесленников XIII века в Европе и в России, она была разная из-за разных, во-первых, климатических условий, во-вторых, территориальных условий, и в-третьих, это условия военной ситуации. То есть, что конкретно на какой территории происходит. Как у вина, теруарность, короче. Да. Родит разные ситуации. Самое главное для чего? То есть я, занимаясь реконструкцией Западной Европы, я получаю эстетическое удовольствие от того, что я могу, например, погрузиться в письменные визуальные источники периода XIII века, которые мне просто эстетически нравятся. И я хотел бы это воплотить в жизни, посмотреть. При этом я не испытываю какой-то ненависти к истории Руси или еще что-то подобное. Да? Мне просто интересен визуал. Нет, ты пропагандируешь проклятых вот этих вот. Я пропагандирую изучение истории в целом и правильное ее понимание. Я не хочу как раз добиваться того, чтобы историческими событиями руководствовались только как каким-то инструментом пропаганды. Мне хочется, чтобы люди получили некий созидательный момент. Например, знаешь, я никогда в жизни не задумывался над сложностью повседневной жизни обычных ремесленников. То есть для меня это было естественно. Вот ремесленник, он встал, что-то сделал, продал, купил. Погрузившись в историю на глубину, я узнал, что жизнь его была настолько сложной. То есть у него была очень сложная экономическая структура жизни с точки зрения оплаты налогов, права осуществлять ремесло и так далее. И ты видишь эту жизнь совершенно с другой стороны. Эту часть нельзя использовать, например, напрямую как-то в пропаганде. Да? Это просто позволяет расширить твой кругозор. Хотя это то, что определяло жизнь людей, которые тогда жили. Именно. Это та самая интересная часть, которую ты можешь освоить не просто по книгам, а попробовать на практике, через реконструкцию. И такая возможность, она действительно уникальная, потому что в тот момент, когда ты погружаешься в систему построения, например, жизни средневекового города на фестивале, да, вводя вот эти вот все статутные нормативы, как это все делалось, попытаешься 1-2 дня прожить, ты узнаешь гораздо больше, чем просто прочитав эти источники. Ты поймешь на самом деле всю физическую сложность бытования в средние века, например. И я не думаю, что, например, реконструкция Западной Европы в России должна быть бесперспективной или должна как-то запрещаться, ограничиваться. Это позволяет, во-первых, очень важно, показать с точки зрения наших граждан то, как мы видим историю культурного наследия наших соседей. Какие бы конфликты ни происходили, они рано или поздно все заканчиваются. А вот территориальные соседи, они так и остаются. И их культурное наследие, наше культурное наследие, оно никуда не денется. И в какой-то момент нам нужно находить со всеми точку взаимосвязи. Один из самых верных путей точки взаимосвязи – это культурный обмен. Тем, что, вот, например, мы проводим фестиваль, делаем огромный объем фотографий, вывешиваем их, рассказываем, пишем ролики. Это наш способ наш способ показать то, что нам интересна культура наших соседей, наравне с историей, культурой нашей отечественной. И вот это может стать тем мостом, по которому мы можем находить точки взаимосвязи с народами, с которыми, например, там есть сейчас какие-то конфликты военные. Ну, знаешь, в Англии есть клубы, реконструирующие Красную Армию. Да, и в США есть, кстати, клуб, который делает Вторую мировую. Слушай, там разные ситуации. То есть вопрос в том, что реконструкция историческая – это способ непосредственно… Способ, в первую очередь, изучить и воспринять историю, культуру и опыт других народов. Вообще всего мирового наследия. Да, есть... в целом мирового наследия. Да. Вот. Потому что надо изучать все и брать лучшее, анализировать ошибки. Именно. Вот умные учатся на чужих ошибках, на чужом опыте. Да, фишка реконструкции, то, что мы глупый обречен на бесконечное повторение. Да, мы можем собрать действительно все самое интересное, самое лучшее, скопировать это через историческую реконструкцию, а также из-за того, что как бы ты же занимаешься исторической реконструкцией, изучаешь объем источников, изучаешь историю, ты на этом опыте можешь самостоятельно учиться, обучать там следующее поколение и брать исключительно только лучшее. Ошибки оставляя как раз в прошлом. Еще очень важный момент, то, что мы занимаемся непосредственной визуализацией средневековья, да, показывая это, транслируя в мир. И зарубежные коллеги прекрасно знают, что мы делаем, они видят это. Да? И они нас перестают там считать какими-то там варварами, дебилами и так далее. Они видят то, что мы можем собирать в себе. Опыт обычных людей, он формирует, как ни странно, повестку и общественные запросы. По сути, да. По сути, можно говорить, что типа, да, политики принимают решения, да, есть пропаганда там туда-сюда, но... политики не могут игнорировать общественный запрос. Именно. Таким образом мы просто показываем свой интерес к общей мировой истории, показываем, что мы всегда готовы на диалог. И самое главное, по сути, мы занимаемся тем, что мы рекламируем нашу страну. Вот буквально. Я вижу это именно так. Самая крутая мысль. То есть я вижу это именно так. Так, предыдущий час вырезаем, оставляем одно. То есть реконструкция Европы 13 века фламандцами и Вальтером – это реклама России на весь мир. Понятно? Все так. Непонятно, пишите комментарии. Ну, опять же, это не конец. И у меня вопрос. Значит, коли уж перспективы реконструкции 13 века, в частности, Европы в России, хороши, я знаю, что вы на 25-й год запланировали фестиваль по 13 веку на территории крепости Рузбург. Расскажи кратко, тезисно, где что узнать, можно ли будет приехать зрителям, там, и платно это будет вход, бесплатный, как бы, и так далее. Что у вас там, за государственные это деньги, спонсорские, свои, самоокупаемость, вот как-то тезисно, кратко. Все фестивали, которые я провожу за свои деньги. Это исключительно деньги меня, моего клуба. Мы участвуем в каких-то мероприятиях, где зарабатываем деньги и их собираем для того, чтобы проводить свои мероприятия, вот эти вот небольшие по Западной Европе. Это будет закрытые или открытые для гостей? На данный момент мы еще не решили вопрос с днем туриста. То есть, если у нас один денек сделать. Если у нас наберется достаточная численность участников, мы обязательно сделаем туристический день. То есть все зависит от количества участников. Потому что, как я говорил, сейчас фестивали по 13 веку Западной Европы, то есть если они собирают 70 человек, я считаю, что это отличная численность. Ну, вопрос в том, что мы же делаем отбор. То есть если задача нагнать людей, я могу нагнать довольно большое количество людей, но там уровень реконструкции будет низкий. С другой стороны, на том же Рузбурге, в крепости Рузбург, Липецкой области, под Ельцом. Там, соответственно, проходит фестиваль «Ладейное поле» от создателей Рузбурга в августе, где собирается как раз вот человек 100, и там один день туриста, и туда приезжают зрители. Я уверен, что зрители приедут. Вопрос в том, что мы на Рузбурге будем организовывать мероприятия именно вот как организаторы первый раз. То есть это очень важно. То есть мне нужно будет хорошенько освоить площадку, сориентироваться там. И на этой площадке в первую очередь задача дать реконструкторам Западной Европы ежегодный полевой фестиваль на удобной, комфортной и красивой площадке. Если у нас выходят по заявкам, будет все, естественно, заявки будут заранее, набирать там 50 плюс человек, естественно, один день мы сделаем открытым, и по доброй традиции Рузбурга вход никогда не будет платным. То есть, если мы это делаем, наша будет задача показать и рассказать про нашу эпоху. Интересно. А почему крепость Рузбурга, а вот, не, например, не вот в Подмосковье вот городок средневекового, забыл, Форпост. Форпост. Почему не Форпост? Все очень просто. Предыдущий Фламфест был на Форпосте. А предыдущий Фламфест был у нас под Сергиевым Посадом. Есть еще такая некая концепция, что мероприятие переезжает с одной площадки на другую для того, чтобы менять фоновую локацию. Это интересно. Да, и у меня же несколько проектов. Сейчас возможно, что Фламфест, если все пройдет удачно, останется на Рузбурге надолго. То есть тут идея в том, что мы начали взаимодействовать активно по разным вопросам с клубом «Копье», непосредственно с его руководителем. С Павлом Семеновым, да? С Палем, да, конечно, с Андреем, с руководителем, и с Палем как представителем уже. Основатель. Нет, он не основатель Копья, кстати. Он основатель Рузбурга. Он основатель ЛОМО Копье, который они отделились, сформировали отдельную организацию. В общем, да, мы с ними начали сотрудничество активно. Вот как раз на выставке форуме «Россия» мы пообщались, обсудили все перспективы развития исторической реконструкции. Была такая мысль о том, что есть фестивали с 9 по 11 век на Рузбурге, и еще стрелец 17 век. И у них такой вот разрыв. Вакуум. Запомни, да? И почему бы нам не попробовать войти, вот сделать такую синергию с тем, чтобы провести, там, сначала я буду проводить там по Западной Европе, потому что я знаю этих людей всех. Я в них уверен, у них качественные комплекты. В перспективе я как раз не исключаю того, что нам будет необходимо провести большой такой слет тринашников, где будут допущены, ну, все регионы будут приглашаться. И под это нужно очень большое пространство, большая площадка. Ну да, Рузбург подойдет идеальный вариант. Человек можно заселить. Вот. В том-то идея, что сейчас мы сотрудничаем с Палем, с клубом «Копье», и попробовать провести эту синергию немножко дальше в плане организации мероприятий совместных. И возможность площадки, техническая возможность площадки сейчас очень сильно упрощает мне организационную часть, потому что, я повторюсь, у нас нету стороннего финансирования, и фестиваль будет делаться за средства моего клуба и мои лично. То есть, опять же, на Рузбурге это проще сделать, чем на Форпосте? Да? Ну, на данный момент многим туда добраться будет гораздо проще, потому что сыграет роль еще важная часть. Все хотят хотя бы раз побывать на Рузбурге. Возможно, это замотивирует людей приехать из разных дальних регионов. То есть, если на Форпост народ уже приезжал, да, а здесь многие такие смотрят. В Москве живет, те на Форпосте точно уже поперебивал. Ну, конечно. Поперебывали. Конечно. А вот дальний регион, у нас там есть люди из Салихарда, например, да, то есть прилетает у нас, кстати говоря, в Москву прилетит Руслан Бабенко из клуба «Феникс», Салихард, они прилетят на фестиваль «Тринадцатый город», то есть через всю Россию. То есть у нас есть отделение в Хакасии, у клуба «Фламандс» есть отделение в Хакасии. Они к нам приезжают на фестиваль в Москву, а тут им повод еще приехать именно на полевой фестиваль. Плюс мне очень важен был момент, что Рузбург, он имеет варианты развития разные. То есть там есть река, есть поле, есть построенная крепость, там можно целиком закрыться и провести именно закрытый полевой фестиваль для реконструкторов. Если открытые мероприятия у нас уже есть, то есть это 13-й город, сформированный на постоянку от создателей, так сказать, клуба «Фламандцы», вот он есть. А теперь я хочу, чтобы у меня был еще фестиваль закрытый, полевой, без привлечения постоянного потока туристов. То есть как бы реконструкторы могут приехать на такое ВДНХ в виде 13-го города, показать себя, посмотреть на других, поучаствовать в нашей внезапно тоже внутренней ролевой игре на фестивале, который там есть. Тенденции схожие, да? Да, у нас тоже самое есть. И в другой момент приехать именно на большой полевой фестиваль, где они могут серьезно, глубоко погрузиться в эпоху, не отвлекаясь на какие-то современные элементы в виде, например, одежды туристов. Если получится, будет интересно. Опять же, я в ковидный год, не помню, кто это сказал, но кто-то из ребят сказал, что Рузбург – это идеальное место и фестиваль для тринашников. Я для себя отметил, запомнил эту фразу и в какой-то момент понял, что пришло время ее воплощать в жизнь. Очень хочется поработать на новой площадке, смена места, смена коллег по опасному бизнесу. Я буду надеяться, что это мероприятие будет открыто для гостей хотя бы один день, да, чтобы люди смогли прийти и посмотреть реконструкцию 13 века. Причем хорошую реконструкцию 13 века, на которую мы гробим огромное количество времени в последние годы, чтобы ее сделать хорошей. Да, что ж, чтобы не доводить ролик до 3 часов, я думаю, что для первого ознакомления с реконструкцией 13 века и этой эпохой достаточно, да. Я предлагаю встретиться еще и обсудить доспехи и вооружение 13 века отдельно, да. Вот. И благодарю тебя, что ты пришел к нам в гости, приехал, да, из Москвы. В общем, было интересно. Спасибо, Вальтер, тебе огромное спасибо за приглашение. Подписывайтесь на канал Вальтера. Ссылки в описании. Смотрите классные видосы, занимайтесь реконструкцией. Да. Спасибо. Всем пока.